Ребятки, всем привет. Фух. Пока набросал голубей. Так, село у нас только трое штучек. Эти все в небе. Эти вот все. Сейчас посмотрим. Ветерок хорошенький. О, даже береньки мое поднялось. Вот, то, что не хотела летать. Так, вот так их. Блин, и снова солнце светит. Экран. Думаю, долго не будет летать. Ветер сильноватый. Тенечек переходить, потому что не будет дела. Вот так вот. Крутится. Беленький чуть-чуть дергается. Одногнездок ее не захотел лететь. Вон так и тут еще вот впереди. Еще крепление на штатив дома забыл. С рук буду снимать. Придавило уже. Так, а что же у нас вверху? Тут-то двоечка вот еще. Так, у нас тройка вверху. Снова светлый крымак. Тут вчера крымак что летал, и черный. Вот высота. Не помешало, конечно, мне сюда выручалочку мою взять, палочку, потому что мало ли. Те потихонечку вон вверх лезут. Давай, беленький, наш тебя выгонять. Поначалу вообще падали. Дирижабли. Так, белый сделаем. Так, что у нас тут? Так, раз, два, три, четыре. Пятерка тут выше. Где они? Четверочка. Максиме твой, он косматый. Вот. Вот она. Вот высота их. Вот это только голуби вот перелиняют. Что уже полностью линька будет окончена. Сразу только набросал. И вот такие только посадились, сразу кирдык башка смысла. Я с них не вижу никакого. Надо сразу уже убирать. Вот там он у нас стоит кучечкой. Вот. Немного, правда, в оттяжке они. Ну ничего. Эти здесь вот стоят. Так, а пятерочка вот выше. Вот пятерочка это. Вот она. Трое
и двое. Эти уже садятся. Як то кажуть, недовго пісня ця грала. Ладно, ви садитесь, ви нам уже не інтересні. Ми будемо смотреть те, що вон літають. Шеремет дядя Вова. Ваш бурий. Вот он. Вот. Фокус пропал аж на нём. Я думаю, смотреть будете, узнаете. Там еще вот прям над голубятней где-то. А вот троечка. Над голубятней. И крымак. Ну, эти два крымака. А даже это не крымак, это черный, наверное. Эти, что вчера летал, крымак светлый. Сколько тут? 6-7-8 штучек. Вот так как раз в кучке вы сидите, если вас и приблизить смогу. Где немножечко от этого восьмерка, а не в оттяжечке. Четверочка, пятерка, 5-6 надо голубять. Так, а эти вот здесь у нас. Прямо над голубятней. Так, чтобы поскорее бы уже закончилась линька и начнется уже процесс отбора, то есть процесс отбраковки. Потому что в этой породе не должно быть никакой жалости. Нужен только отбор, отбор и еще раз отбор. Вот он сейчас немножечко вот так. Невысоко, но стойко красиво. И на улице жарко. Ночью это сейчас прохладно и уже. Интересно, если бы с утра такой бы ветерок был, когда еще холодно. Ну, вот это было бы уже, я думаю, поинтереснее бы. Но манему-то еще маниму. Все, они соединились все вместе. Один в сторонке, правда.
Максим твоего. Ну это я так взял, с ящика всех выкинул. У кого 9-е. Ну 10-е у одного голубя только идет. 10-е перо. Так. 8-е, 9-е. Так что гонять можно. Главное, чтобы сейчас никакая зараза не налетела и поразгоняла их. Вот они уже в кучке. Один впереди. Так еще крепление на штатив забыть. Высота ихняя. Сколько штук? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 15, 17. Вроде бы 17. Ну что здесь? Yes. Да, 17 штучек. По идее, у нас вот еще остался один молодой самец. Это пока, я так думаю. Ну а ну вот, через неделю, через две все станет ясно. Потому что тут место такое, что хищников очень много. Главное, чтобы сокола не было. Потому что с соколом будет борьба уже намного потяжелее, чем с ястребом. Ястреб хоть низом летит, а провода зацепится. А сокол тот нет, тот в горе бьет. Было стульчик взять. Ну, чуть ниже вот приспустились.
один первый, как был, с ними не хочет летать. Сам по себе. Ну, кстати, что это, крымак у нас? Это кое-как сизый. Вроде как сизый. Ничего, вот Ленька закончится, на улице уже похолодает. Будет поинтересней. Если у нас там на базе штук, ну плюс-минус штук 200 есть. Сюда на месяц привезли 50 штук, погоняли, отобрали, посмотрели. Что-то отбраковали, что-то оставили. Снова убрали, следующих привезли. И таким путем отбора. И по времени тоже надо уже отталкиваться. Такое не час, а чуть уже больше планку поднимать. Там 3, 4, 5. Потому что час это уже не показатель наше время. Надо к чему-то больше стремиться. Тоже полет полетом, а стиль полет даже еще тоже, работа крыла, но это уже совсем другая история. Немножечко приспустились. Вот этот крымачок, сейчас я его покажу. Я вот самый первый, вот он. Я думаю, после Леньки он должен быть лидером. Вот этот крымачок. Он уже здесь летал 2,5 часа. Видно, видно, когда голубь летный, когда хочет летать. Он всегда показывает какой-то результат. А не так, кинул, он как почтарь долетел, до голубятни сел и все. Тоже не то пальто. У голубя должно быть желание лететь. Желание порхать в небе, а не. Прилетел быстро домой и давай кормушки. Немного рассыпалась стайка. А вы что на хлебнике, а? Чего не захотели летать? Что вам мешает, а? Джигиты. Или вы созданы, чтобы тут по земле ходить? Что? Скоро дойдет до вас очередь. После Линьки. Будем вас понемножечку отбраковывать. Не надо, чтобы зря даром. О, так тут веселье уже, ё-моё, ты шо, ты шо? Шо он сейчас будет бить? Крюк. Он и не видел. Думаю, немножечко вниз загнали.
заразы такие. Если бы ястреб был, то я не успел бы передернуться. Уже бы улупил бы. Порыв еще сильнее ветра пошел. А ну садись, что же у вас рты будут раскрыты? Жарко или не жарко вам? Ну, трогай. Только стоят, не шатаются, не болтаются. Это радует. Как стали. Думаю, надо все-таки палочку, выручалочку свою, да, взять. Помощница моя. Без нее он голубей аж никак не катит. Сюда поставим. Да, уже ниже. Уже. Думаю, садиться будут, если ничего не испугает. Двоечка низом вообще вот идет. Алло? Привет, Виталька, привет. А я сейчас вот снимаю видео. И да, Витальчик, и ты как раз вот это попал. Да спасибо, нормально все. Сейчас. Да, сейчас я видео доснимаю, а? Я перенаберу потом, хорошо, Виталь? Давай. Вот как. Вчера видео снимал, дядя Саша с Мелитополя звонил, только что Витальчик звонил с Мелитополя, Виталя Стоев. Ну что же, передаем, значит, Мелитополю сегодня от города Кременчуга пламенный привет. Молодцы ребята. Звонят, спрашивают, как дела, что, общение.
Да на самом-то деле даже, ребят, голуби, вот сколько знакомств, сколько новых людей, сколько друзей появляется. Эта птица все-таки объединяет голубеводов. У кого-то мнения совпадают, кто-то шагает под одну ногу, у кого-то не совпадают, кому-то одно нравится. Ну, каждый выбирает для себя то, что ему нравится сам. Это нормальное явление. Главное, что есть общение. Есть общение, и неважно, за сколько километров ты находишься друг от друга. В любое время можно созвониться. Тем более сейчас 21 век, можно видео голубей скинуть, показать. Это круто, это классно. Это на самом деле очень здорово, когда все так. Многие, конечно, этого всего не понимают. Как сюда ко мне люди приезжают часто, тут же гора Пывыха, люди на экскурсии сюда приезжают. И дурные вопросы, зачем они вам, а что вы с ним делаете? Какое удовольствие вы от них получаете? Ну, люди далекие, они просто не понимают этого всего. А тут каждому свое нравится. Кому голуби, кому машины, кому женщины. Ну, женщины. Женщины всем мужчинам нравятся. Только уже вопрос следующий. Так же, как и в голубях. Каждому своя женщина. Ну, это такое. Это все философия, об этом можно очень долго разговаривать. Все надо показывать на деле. Сейчас много таких, что на язык умные, рассказывать могут много, которые поднимают по 100, по 200 штук, ну вы сами понимаете, словами. А есть такие люди, которые, как говорится, не словом, а делом, и гоняют голубей, и могут уверенно сказать, что голуби летают по факту. Осталось у нас два голубенка. Ну ладно, ребят, немножечко поснимал видео. Мелитополь, город Мелитополь. Ребята, знакомые вам, огромный привет с Кременчуга. Все, ребят, до скорых встреч.